Сегодня день уклейки. Это уже вторая за 5 минут. Вот она там. Ух, я ей там сейчас все порву. На этот раз подлещик. Это хорошо. Все, пошел клев. Пошел. Ну эти прям сегодня оборзели. Кит. Олень целый. Этого отпускаем. До этого даже ловить страшно было. Его ветром болтает. О, ну это уже третий или четвертый заход за сегодня. Прям вообще. Надеюсь, без дождя. Мы уже не знаем, что мы ловим. Уже сидим, гуглим. Что-то поймаем. Он брыкается в ведре. Туда-сюда плюхается. Окунь уже раза три у меня мелкий, блин. Сядет засранец и сидит. Я его уже отпускал. Он все равно возвращается. Ну ты хоть этих ловишь. Подлещиков. Подлещиков. А я вам окуней. Мелюзгу, блин. Сейчас опять укусит два раза и сядет. Вот в прямом не хочет. Давай садись. В прямом эфире. Слушай, ну хоть и ветер, все равно по кайфу. Тепло? Ну то, что тепло, да. Когда тепло, пофигу. Ветер, не ветер. Вот так всегда. В прямом эфире ничего не ловится. Только что. Оп-оп-оп, у меня сейчас будет. О, давай. Оп. О! О, это нормально. Кто это? Это уклейка. Ой, это подлещик. Ой, это малыш вообще, отпускаю его. Это вообще подлещик. Ну, мелкий. Так, меня не обосри только. Вот так и сидим уже часа. У меня, наверное, одни подлещики. Ну. Ой, уплыл? Да уплыл, куда он делся. Я не посмотрела, куда его кинул. А где мой окунь мелкий? И уезжать можно, не уезжать. Да? Сидим туда-сюда. Просто что вечером может этот окунь прийти. С одной стороны подлещик клюет, с другой стороны окунь. Вот две удочки рядом. А у меня вот так. Каждый раз уклейка. Либо уклейка. Там сдохла, что ли? Уклейка. Она в инфаркте. У нее шок. Вот она, девочка. Держи, поймаешь? Сюда, на меня. Дергунька, блин. Так, чё? Да не заглотнула нормально. Говорят, из них паштет делают. А, да? Вкусный. Нет, так, заглотнула. Пирсинг. А, вот он. Продолжаем ловить уклейку. Вот такой у нас вечерний улов. Все, сейчас будем разделывать. Вот она прелесть поплавочной рыбалки. Сиди теперь, распутывай меня. Блин, стол белый, не вижу ничего. Тут главное не забыть приманки. Я, кстати, как-то читал этот. Какой-то чувак пишет, типа, был на танковом, забыл стул, верните, если можете. Я так сижу, думаю, как можно стул-то забыть? Ну, где-то там стоял, он его не взял просто. Да, похоже, он 150 грамм принял. Может быть. И забыл. Стул вроде, держи. Там вот так. О, компактно. Ну, под эту штуку мы, короче, заказали себе мешок.
Да, как-то так, чтобы не сломал. Да, вот это главное, чтобы нормально. Не скакало. Этот вот сюда, так, все. Все, остался этот. Фу, красота. Банан будешь? А? Банан. Банан буду. А? Буду. Морский способ, держи. Все? А? Все. А что еще хочешь? Да ничего. О, Масику. Где? Масик забрал еды, нет? Масику еду положили. Забрал, не забрал. Я даже не помню, где он был. Походу забрал. А, забрал. Смотри-ка, умник. Забрал? Забрал. Молодец. Масик о, любитель пирожков. Вот, смотри. Че? Ты за эти цеплял, нет? Нет. О, и они плотно сидят, кстати. На банан. Давай. Так, все. Еще раз осматриваем достопримечательность. Ничего не забыли? Не знаю. А штыри ты забрал, да? Да. Ну и солнце вышло. И ну ладно. Стих. Масика вот здесь. Где? Сейчас скажу. Вот здесь в траве было. Вот. Божечки, там такая дырочка. Масику положу. Да, съест. Витамины. А рыбу ты это? Витамины. Рыбу я в пакет положу. Все? Сейчас дай. Все, все было классно, круто, прям вообще. Вот сегодня понравилась рыбалка, пускай эти пискарики там всякие разные. Ну, по крайней мере, поклевывали. Ну, смешарики. Подлещики. Ну, было вообще просто кайфово. А, ну и дождя не было, хотя ветрище было вообще ужасно. Дождь что-то раза два, да, наверное, покапал. Он стороной прошел, и капельки такие были пару раз, и все, буквально. Все, поехали дальше. А кстати, ты слышала, что это? Кого? Ну, здесь вот кто-то вот в этом болоте сегодня шарохался. В смысле, как шарохался? Ну, на лодке плавали, сети вот видать. Здесь вот? Да. Нет. Два мужика там что-то ползали. Ну. Они там не попротыкались? Не знаю. Здесь можно этот, а? Не надо? Нет. Здесь место прикольное, здесь можно, блин, фильмы ужасов снимать. Такие забавные все деревни. Страшильные. Да. Вот это вообще огромное дерево, смотри. Угу. Оно просто огромнейшее. Вот там сейчас будет деревья. А, здесь-то вообще какой-то этот парк юрского периода, блин. О, желтый птиц. А, их сегодня я видела кучу. Вообще такое деревище. Кошмарное. Кошмарно ужасное, да? Кошмарно красивое. А, ну да. В общем, как подсохнет все, сюда стартуем. Я думаю, неделя. Неделя, да, примерно. Ну. Не больше. Самый отчаянный. Туда пробрались. Ну, вон, кстати, это машина. Какая? А вон стоит. А. И они, походу, отсюда стартанули. Или сидят на берегу. Блин, что в этой луже-то ловить можно? А, ну у них лодка, походу, сети поставили. Наверное, они и плавали. Блин, я на удочку-то не люблю рыбалку. А на сети тем более. Не, на сети точно нет. Удочка так, когда уже выбора нет. Ну, они уже, походу, бухают сидят. Нормально.
А, вон они.